Сейчас едем вон туда вот, туч толкать. Кучи. Кучи тучи едем толкать. После этого поеду в гаражи дорогу делать. Я, конечно, не хотел, но... Но надо, короче, поехать. Тут провод этот еще, блядь, непонятный. Вон Исузу заезжает, видите? Кричали, что не надо заезжать, не запускает, а тут на самом деле запускает. Делаю, говорит, ты все сам и так знаешь. Что делать? Да так-то я, конечно, примерно представляю, что делать, но на самом деле-то я не знаю, что они тут понапридумывали, да, понаводумывали.
под Броудом катаюсь, конечно. Какое еще то занятие. Доехать до провода, иначе может быть беда. Расстояние есть. Вторую перейду сейчас. Кнопкой буду нажимать первую, а отъезжать на второй. Когда нагрузка будет, переключусь на первую. Сейчас на первой. Главное, чтобы сзади никто не подкрался из автолюбителей. Сейчас сделаю, в принципе, около дела что-то. Тут такой-то красоты-то ошибкой-то не надо. Немножко вверх получилось, но он подпросядет, конечно, этот грунт. Трактор работает, сигналит мне. Ты мне сигналишь-то, ёпта, ну. Сигналит он мне. Еду задним ходом, сигналит. Притормози на кразе на своем, и все.
изгнали. Кто там это был? Не вижу отсюда. Про эти кучи, что он говорил, не знаю. Может, идти не надо было толкать, хрен его знает. Ну, короче, я протолкал. Сказали же, ты все сам знаешь. Ну, все сам знаю, значит, все сам и знаю, правильно? Как-то вот так вот, короче. Вот тут что-то надо сделать. Что-то, говорит, здесь сделай. Чё, как бы, ни уровней, ни хрена нету. Что-то сейчас будем делать. Здесь так наверх немножко получается. Это херня все. Срезать это уже легко. Куча, главное, столканная. Он же потом может еще будет засыпать. Ну, неизвестно. Поэтому пусть как есть, так и есть. Главное, что есть куда толкать. Что-то этот не звонит, с которым я пни там выкорчевывал. Непонятно, где он и что он. Вот тут, конечно, это мне не очень нравится. Куда тут что возить? Камни. Скала. Не очень хорошее мероприятие. Так и скажем. Посмотрите, камень на камне, бляха-муха. Вообще опасная. Опасная моя штука. Там ПГС даже лучше, чем вот этот вот, видите? Вот такой ПГС, что... И тут его замучаешься разравнивать. Ну, по одной простой причине, что... Ой, не вязни давай. Провалился в болотину я. Жесткая. С боков болотина. Там вон ручей течет. Они хотели какой-то экскаватор тут, старые собственники, вызвать,
вот там прокопать. Я говорю, я тут забуксую, тут мини-экскаватор нужен. Ну, блин, как тут сейчас вот камень на камне и камнем погоняет. Не очень понятно, что тут делать на самом деле. Блин, очки упали, бля. По идее, на ЛПГС здесь на въезд сыпать, но тогда высота бы изменилась, потому что за кабель задеваться все. Ох ты, блядь, что там под колесами, колеса протектор, видать, по камням хреначит. А да, вон там что-то есть. Блин, ему своим фронтальником не делается, да? Своим фронталом быстренько приехал, все сделал, и хорошо. И зашибись. Не знаю, чего он не поехал своим фронталом делать. Ну, бля, вон ручей. У него клиренс выше, но эти камни ему похер, он над ними проезжает. Мне-то эти камни, конечно, ну, скажем такие, для меня они внушительные, эти камни. Это не какая-то же щебенка, блядь. Ладно, я поехал только потому, что вот моя соседка здесь, Porsche Cayenne, которая мне голову... мозги делает. И специально поехал пошуметь, блядь. Сегодня же суббота, я знаю, я дома по-любому. Тут такая глинка, конечно. Попробуем в эту сторону. Что-то не звонит соседка моя, блин. Непорядок, ну. Да, тут камней жутко е количество. Разнокалиберные они. Камни. Ковша забила напрочь.
такой БГСик, такой не айс. Ну, в принципе, пойдет. Это черновой слой. Черновой слой, наверное, прокатит. Сколько уже? Полчаса. Так, туда поедем. Как-то вот так вот. Камень какой-то живет под низом. Какой-то камень живет там. Какие-то там камешки живут какие-то камешки там.
утрамбуется все это дело от колесьев. В принципе, нормально должно быть. Здесь надо еще положить. Главное, что там скалы не было, все остальное херня. Круглые камни, эти пофиг на них. Скала это, конечно, не есть хорошо. Козырек работает, знаете, опа, и все, упало, и даже на цилиндр ничего не попало. Катерпиллер, конечно, молодец, придумал зачетно, нахуй, эти козырьки, просто молодчага. Америкосы, конечно, блядь, что ни говори, всех подмяли, весь мир подмяли. Все. Все, я думаю, нормально. Сойдет. Так вот сойдет, наверное. По идее. Thank you.
нормально, я думаю, что. Палубку сделал, ночью вчера приехал, доделал опалубку. 6 метров здесь сделал пролет, но в принципе вот для заезда нормально, у меня и Скания здесь заедет, и самосвал, я думаю, что все тут у меня заедут, если что. Камень забрать надо, вот этот большой. Вчера вез такой тонкий туда, с небольшой высоты его бросил, он бенька нахер раскололся, просто раскололся, блин, а как так, у меня больше целых блоков здесь нету. Тоже травит немножко, стрела падает чуть-чуть, ну сколько вот за полчаса вот так вот она стравила. Ну, я думаю, что это нормально. За полчаса столько стравить. Наверное, нормально. Под шумок у себя тут полчасика покопаю. Мое вчерашнее засохло уже. Изобретение искусств. Сейчас подзасыплю. Сделаю проход туда к себе. Ну, вот так вот я буду делать. Опа. За ночь подсохло, цемента много нафигачил, там практически один к одному песок и цемент, видно, что сила есть. Вот цемента. Так, надо там сейчас какую-то блокировку поставить. Попробую камень повернуть вот этот вот. Немножко он неправильно лежит, что цемент, ну, если раствором буду заливать эту щель, как-то он в принципе поворачивает. Главное, бетонный блок еще не сбить. А, пускай так стоит.
блин, опять понабрал полные ФГС, а, блядь. Ну, подразвернул чуть-чуть. Во, вот так вот. Надо все снимать, что вокруг происходит, потому что приходят иногда пьяные соседи и начинают... Че ты тут привез опять, блядь? Поэтому надо видео записывать постоянное. Постоянное видео надо писать. Никак без этого ничего не сделаешь. Видео доказательства должны быть обязательно. Это наве... А нет, сюда я не буду ложить. Опа, видали? Он, получается, не приляжет полностью к этому, к блоку. Его надо вытащить оттуда. Он там лишний. Во. Ну вот здесь место. Что там, блядь, там псы лают, там псы лают. Соседские. Вот такой спуск я сделаю сейчас. Может, еще контрфокс положу. Здесь где-нибудь, не знаю, пока еще. Так, пока камень убрать надо. Непонятно, буду я контрфокс ставить, не буду. Там нормально стоит. Ну, если что, пеной запеню. Пена творит чудеса. Она просто универсальный продукт. Я помню, как только пена появилась, это монтажная. Вообще пипец. Фурор такой она сделала. Так-то она в Финляндии давно, эта пена уже существует, монтажная. Они херовую тучу лет на пену ставят двери и все. Сделаю туда, чтобы не спускаться можно было нормально.
если контерфокс надо будет сделать, я потом подкопаю. Главное блок не сбить, потому что он и слабый. Раствор еще не высох. Ну вот так вот, как бы. Как-то вот так вот. В принципе, усё. Ладно, хороший град, сейчас доиграюсь. Блок оторву. И будет. Не очень хорошо будет. Да, насос бы, конечно, бы не шестеренчатый, а и тогда бы все было бы веселее бы она. А так операции прерываются, конечно. Все-таки операции прерываются, как ни крути. Вот отсюда, с нашей линии, как раз вылетал вот этот. А может и нет. Немножко подровняющийся. Как-то вот так вот.